Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромул. Начинаем с вами Beyond Two Souls, надеюсь, правильно я выговариваю. Это игра от тех же разработчиков, от которых вышла Heavy Rain. Heavy Rain, мы знаем, что это такое. Игра, собственно, AAA, я так думаю, да? Ну, по крайней мере, она мне очень сильно зашла, неважно, трипл, не трипл. Это не важно, важно то, что мы с вами начинаем играть без лишних слов. Оригинал, я думаю. История Джоди в изначальном изложении. Подтвердить. Один игрок, два игрока. В смысле? Подключите второе устройство. Ничего себе. Нет, один. Клава мышь, да. Часто играю в видеоигры. Играю редко или совсем не играю. Играю редко или не играю совсем. Часто играю. Тут только два. Ну ладно, часто. Данные сохраняют статистически определенные моменты. Так, не отключайте. Ну, это все понятно. Поехали. Посмотрим, что это вообще такое, с чем это кушать можно. Я думаю, это будет... Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. Ого. А графон-то? В голове все смешалось. Еще лучше, чем... Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Поехали. Beyond Two Souls, ребятки. Я нашел вас на обочине. Далеко от города. Что-то большие субтитры какие-то, ну ладно. Что с вами случилось? Шел дождь, и я был в лесу. Может, на вас кто-то напал? О, да. Вы, например. Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья. Друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Я, видимо, отшибу память, или я не хочу ему говорить. Эй. Йоу. Вы не из болтливых. Да. Джей Шерман. Так я ничего не смогу сделать. А сможешь ли ты вообще что-то исправить? Бесполезно. Это шрам? Свежий. Оу! What the fuck? А я необычный. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки, вот дураки! Что происходит? А, это в смысле меня задержали и меня пытаются сейчас отмазаться, но нельзя лучше взаимодействовать? Ну да, видимо, я необычный. Но я. Идут. Ох ты, сватовцы. Меня что, всей группой брать собираются? Я, видимо, реально не из простых. Я не только бокал могу опрокинуть. Стоп, вы кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Ничего себе начало. Он стрелять скажет? Ну, наверное, уж захватывать будут, да? Ну, типа, стрелять-то по человеку, это же совсем... Хотя надо еще посмотреть, кто я такой. Так оборачивается. Всех палит. Ну, хотя я и так все знаю. Меня там нет? Ничего не понял. Ну ладно. Ух ты. Ух ты. Это я их всех раскидал. Ничего себе.
Джоди что-то наделала. Ну так ничего себе, они со мной к стволам пришли меня забирать. Перенервничала немножко. Интересная игра обещает быть, я так понимаю, интересной. Сверхспособности. Если первая часть... Ну, как, что значит первая часть? Если Heavy Rain был о маньяке, то тут, видимо, будет что-то другое. Я что-то должен делать? Что происходит? Это загрузка такая? Эксперимент, сломленный пролог. Да, видимо, это загрузки такие. Окей. Наверное, маленький я когда-то. Мяу-мяу. А, вот ты где. Как настроение, Джоди? Хорошо? Такое. Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но... нам с тобой пора. Куда? Ну, за мной смотрит, видимо, я действительно необычный с самого детства. А раз я под камерами. Он еще такой говорит, типа, о, вот ты где, блядь. Как будто бы этот... Так, нас учат вставать. Окей. Ну, в принципе, все как в Heavy Rain, ну, кроме того, что визуально это выглядит немножко иначе. Что я могу сделать? Я хочу куклу поднять. Е-бой. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Да не, дядь, зачем ты мне нужен? У меня есть кукла и машинка. Ты мне вообще не интересен, иди в жопу. Я буду играть дальше в что-нибудь. Можно на Ctrl не переключать за камеру, если что. Я вот сейчас пытаюсь. Видимо, здесь немножечко иначе все реализовано. А может, на другую клавишу? Сейчас он, наверное, сейчас это скажет. Хватит там уже, что ты там уже начинает. Хотя вот здесь, по-моему, что-то горело. Я видел. Не? Ну ладно, нет так нет. Гитара! Лол, все, дядя, я до тебя не дойду. Сейчас будем гитару играть. Давай. Пам-пам. Нормально. Как тебе? Он, видимо, не очень доволен. Он меня ждет. Котяра! Такс. О, мультики, слышь, нет. Ты и мультики, ты представляешь, насколько ты аутсайдер? Забей. Удерживать. Можно выключить или смотреть? Смотреть. О, кайф. Это Аладдин? Похоже на Аладдина. Че это такое? Нет, это какая-то херня. Ладно, пошли. Мне такие мультики неинтересны. Пошли. О, кукольный домик! Не могу пройти. Простите. Я ребенок, я против такого не могу стоять. Блин, нет, он не хочет играть с ним. Ну ладно. Блин, сколько можно долго над ним издеваться? Он реально все это время тупо ждет. Ладно, хрен с тобой. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Пойдем, идем. Не очень-то я по-девчачьи одет, надо сказать. А может, не важно. Эй, Коул! Привет. Йоу, а чё все здесь негеры? Ничего против не имею, конечно. Привет, зайка. Здорово. Какая ты красавица. Я такой, да. Спасибо. Мы пришли. Пришли, говоришь? А я хочу вот сюда подойти. Что такое здесь? Какие-то две комнаты, а я хочу постучаться. Нельзя. Блин, камера здесь Йо, такая. Джоди. Да подожди, дядя. Куда ты спешишь? Может, мне хочется здесь погулять? Полицейский дядя. Дядя полицейский, что тебе надо? Смотри. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Нормас. Хорошо. Издеваюсь над вашим человеком. Черной кожи. Да. Я должен сесть, да? Давай. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Mm-hmm. Наша корона. Корона? Такая себе корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Ты хреново врешь мне, ха-ха-ха. Не бойся. Mm-hmm. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Угу. Mm-hmm. Что надо выбрать? Я, говорит, рядом и ушел. Спасибо. Эй, Джоди, слышно меня? Да. Пожать плечи. Мне пофиг. Ну что, начнем? Кейтлин в той комнате. И перед ней лежат те же карты.
Так. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. О, так я им наврать могу. Ты уже готова? Ну, конечно. Ну, давай пожмем плечами. Я ребенок, мне типа вообще нормально. Я... Давай. Ну что, поехали? Типа, что вы от ребенка хотите? Первое. Что она взяла? Тап. А я не вижу, что она взяла. А, ух, ни хрена себе. Ух ты, ёпшта. Вау, я могу летать. И куда мне надо лететь, чтобы увидеть? Вот здесь она? Так, нет, это вы мне... Что они там болтают? Ну-ка. Что там? Пульс... Что там пульс? Тета-ритм подскочил до 4,5 Гц. Mm. Температура среды упала на 10 градусов. Ничего себе, тут интересно. Вау, вообще круто. Я могу ему сейчас как... Я засек. Перетащите, удерживайте, пока действие не завершится. Что я могу сделать? Ну-ка. Ничего себе. Я могу им управлять? Опа, встал. Айк, наставь его. В смысле? Так я могу оставить? Ну, мне очень интересно, как это работает. Ты чего? Ха! Ладно, я пошел. Блин, весело. Айден, нет! Ладно, ладно, ну дай поприкалываться. И оп! Что такое? Что это? Блин. Уже Айден не в настроении. Ладно, он ладно. С нами играет. Да мне просто интересно, на самом деле. Так, это не туда. А я не пойму, куда лететь просто. Я не... А ты сказал... Перестань, Айден. Ладно, хорошо, хорошо. Что ты... Что она там держит? Звезду и вонючую. Ладно. Это была звезда. Вот это. Дальше. Блин, а весело там пакость? Типа вылетаешь себе. Ну, давай дальше. Так. Что у нас тут? Слушай, а если я в тебя вселюсь? Ну-ка. А почему я могу три... А, ну ладно. Я ничего не понимаю пока, мне просто интересно. О, видишь меня? Чувствуешь? Температура упала. Он здесь. Я тут, рядышком. Вроде ничего напакостничать нельзя, да, тут? Хотя подожди, тут что-то есть. Что это такое? Что это такое? Ну-ка. Оп. Вы получили доступ к новому бонусу. Окей. Ничего не сделал. Ладно, ребят, я пошел. Хватит от вами издеваться, я думаю. Так, она, получается, стоит вот за этой комнатой. А, это я, лол. Нет, то есть я, получается, у этой была женщина. Ну-ка, женщина, расскажи мне, что ты там, квадратик держишь? Ладно, квадратик, так квадратик. Какие проблемы? Она держит квадратик. Так. Видишь карту, Джоди? Вижу, вижу. Куриную жижу. Можно выбрать? Сама выбери, да? Вот это. Следующее. Что за прикол? Вы типа недостоверны в том, что я это я, что ли? Не удостоверились или что? Я не понимаю. Зачем вы проверяете мои способности? По-моему, понятно все, что я очень крутой. А я могу к ней залезть в голову? Что она волны держит? Слышишь? Я пойду гулять куда-нибудь. Мне нравится больше гулять. Тут вот дверь есть. Я пошел за дверь. Интересно, у меня радиус ограничен, куда я могу выйти? Я же могу... А, вот здесь уже нельзя. Жалко. Ладно, волны так волны, хер с ним. Вот это. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. Давай. В другой комнате на столе лежат кубики. Кубики? Попробуешь сбросить? Ничего себе, да, могу. Ну, я, в принципе, там в голову к одному из ваших залез, так что у меня вообще проблем не составит. И... Нахер. Ха! Вот так, бабуля, аж это думала. Джоди. Что-то еще ты могла бы сдвинуть? Да, лицо тебе могу что-нибудь разбить. Может, хватит уже? Мне не то чтобы... Что происходит? Нет, не лагай. Такое происходит иногда. Что-то еще сбросить надо ей. Бутылку могу я сбросить. Я не знаю, зачем мы женщину старую пугаем. Ну, не старую, но... На! Ты следующая. Карты сейчас твои полетят. На! Еще могу скинуть.
А слушай, он просит, чтобы я скинул что-нибудь здесь. Я могу здесь что-нибудь скинуть им? Аппаратуру какую-нибудь, чтобы им весело здесь было. Слушай, она уже встала. Она же боится меня. Да не сцы, все нормально. И полетела. Не. Я женщину напугал. Ну зачем я это делаю? Мне это не нравится. Простите, я не могу. Ладно, Джоди, спасибо. На! Заперта! Говорю же вам, заперта! Там не заперто. Может, просто закрыть? Выпустите меня сейчас же! Спокойствие, Кэтлин! Открой дверь. Да я нормально, я развлекаюсь. Хватит, Джоди! Мы хватит? Закончили! Ну, мне нет проблем. Прощай. Ладно, ладно. Все, 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 все. Господи, мне просто понравилось. Кому не нравится куролесничать? Это же не я дверь закрыл, правильно? Джоди! Да, да. Все хорошо. Не бойся. Да я вроде ничего не сделал. Все прошло. Девочку еще до слез довели, гады. Я тут ни при чем. Это никогда не пройдет. А зачем, в чем смысл эксперимента? Разве не понятно и так, что у меня все отлично с этим? Я так понимаю, раз они такие эксперименты ставят, значит, они понимают, что я могу делать. Зачем они еще раз это ставят? Чтобы еще раз убедиться в чем-то. Вы прервали эксперимент, не пройденный путь 66%. Вы не трогали Кейтлин. А я что, я трогать должен был? Ничего себе. А, процент людей, которых так выбрал. Я понял, посольство. Следующий наш... наша остановочка, так сказать. О, это я уже подрос. Ла. Тут неуютно. Как будто все смотрят на нас. А так и есть, все смотрят на нас. Окей, гости, платье. В каких-то Эмиратах? Надо было другое надеть. По-моему, отличное платье. Как скажешь, чувак. Тебе идет. Спасибо. Слушай, постарайся быть... Кем? Естественной. Это... Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Окей. Вести себя естественно или улыбаться? Да ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Да, это шейхи. Мое почтение, шейх Ахмат. Разрешите представить мою сестренку? Донатера шейхи. Элизабет. Я и не знал, что среди американских дипломатов бывают такие прелестницы. Прелестницы. Приятно познакомиться. Надо улыбнуться. Господа, возвращаю вам шею. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему приклянул. Я польщена. Ладно, пойду к гостям. Иди и найди укромное место. Ты знаешь, что делать. Что? Ну ладно, я знаю. Не буду посол. Спрашивать. Отлично выглядеть. Так, ну, мы должны знать, что нам надо делать. Найти укромное место. Найти укромное место. Туалет, наверное, какой-нибудь. Меня, наверное, наверх не пустят, я так подозреваю. Да, сейчас скажут, нельзя. Молодой человек. Простите, мэм, вам сюда ходить нельзя. Нельзя, только да? Только для сотрудников. Хорошо, как скажешь. Арбузы покупаем, да? Там нельзя. Ладно. Так, если кто-то заговорит, просто улыбаемся. Еще в туалет тоже нельзя, скажешь, да? Что-то написано. Не понимаю, не подозреваю, что там написано. Я надеюсь, это туалет. Для мужчин или для женщин? Так, по-моему, это все-таки для мужчин. Наверное, вот это для женщин. Я не умею менять камеру. Это очень печально. А, я могу ее вот так менять, лол. Я понял. Так. Еще раз попробуем теперь за ручку схватиться. Не берется за ручку она. Блин, я непривычно очень. Туалет для женщин зашел вроде. Что-то тут не особо спокойно. Укромнее, чем туалет, я думаю, нельзя найти. Нихера здесь туалет, даже с подушечкой. Вот это, Олин, короче, полная фарш. Так, мы сели. Ёпты. Все падает.
Какой огромный красивый туалет. Вот он, в таком посидеть. Айден, ты готов? Всегда готов. Что делать? В комнате наверху есть большая картина. Так. За ней сейф. Ого. Нужные нам документы лежат там. Изи. Там охрана и повсюду камеры, так что аккуратно. Хорошо, не будем на этот раз хернёй страдать. Айден будет работать как надо. Поехали. Все в порядке. Над нами, говоришь, да? Я не могу туда попасть. Я могу полететь, в принципе, хотя подожди. Нет, так не получается. Через все стены я могу проходить. Так. Скорее, Айден. Почему скорее? Ладно, бегу скорее. Подняться. Мне больно, когда ты так далеко. Прости, я понял. Так. Спуститься на контрол. Вот здесь? Я просто не знаю, где. Уж прости. Картину вижу. Так. Кабинет с портретом шейха. Так, подожди. С портретом шейха? Где кого? Вот это? Это не оно! Я не знаю, куда идти! Я могу удерживать, типа, и что-то сделать. Только толк от этого. И что я сделал? Нет. Понял. Сначала отвлечь дежурного. Отвлечь дежурного. А это дежурный? Как мне его отвлечь? Я не понимаю. Уж прости, конечно, меня за мои французские. А зачем его отвлекать от толка, если я могу просто насквозь пройти? Это вот ты мне нужен отвлечь тебя. Слышь, удержите, перетащите действие. Так, ну-ка нахер. Мы, наверное, документы должны стащить, да, у него? Опа! Лишь бы мне никто в глаза не смотрел. Так, а я могу? Осторожно, Айден. А что я должен сделать? Нельзя никого трогать, иначе он сразу очнется. Я понял. Так. Так, это что такое? Я вообще на ощупь иду, если что, не понял. О, вот, это то самое. Блин, я его не отвлек. Дерьмо. Хабиб, Мазатов. Камеры. Твою мать, ладно. Сначала надо их вырубить. Ладно, камера это камера, пошли на камеру. Могу я выйти? Да ладно, это его задержит, не меня, какая разница. Ничего же не случится. Так, это не то. Хотя, может быть, это подойдет, если я вот эти штуки опрокину, он на камере там этот, типа, пойдет проверять. Что я сделал? А что толку? Давай попробуем тоже. А, это я типа могу и... Ну и чё, и зачем? Бред какой-то. Так, вот этот хрен. Давай-ка мы типа... Нет, кружку это не поможет, наверное. Тащите, пока действие не завершится. Ну-ка, давай-ка мы завершим тебя. Опа! Не работает. Все, вроде бы он этот... Отвлекся, да? Нет? Хорошо. Вот, иди разбирайся с ней пока. А мы пока быстренько пролетим обратно. Так, я примерно понимаю, в какую сторону нам надо. Вот, по-моему, сюда. Разбирайся там со своей хренью. Так. Что я должен здесь сделать, интересно? Вот это что такое? Что это с этим надо сделать, интересно? Мяу, мяу, мяу. Получили доступ к бонусу. Ладно. Так, попробуем взаимодействовать с сейфом. Нельзя. Надо, видимо, чувака привести сюда. Ладно, пошли тогда, отойдем. Господи Иисусе, как интересно и ничего не понятно. А его можно теперь захватить-то? Вроде нельзя. Кажись, я просрал момент. Блин, я не знаю, что делать. Ну, я типа... Мне нужен чел, которым я могу воспользоваться. Но тут такие подсвечены. Кем я могу воспользоваться? Вот тобой могу воспользоваться. Надеюсь... Блин, это плохая идея, очень плохая. Но надеюсь, ничего не будет. Давай еще раз, почему я не могу? Ну-н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 у. Так, все. Я коснулся их! Блин! Ты с ума сошел? Да прости! Если кто увидит, нам конец! Я согласен. Он просто взял и назад как-то отошел. Я вообще не понял, когда произошло. Я не могу больше никого использовать. Вот эти не хотят. Ё-моё. Время на исходе. Да твою мать, я ничего я не могу... Я больше не вынесу. Дай мне свое тело, чел.
Я вижу этот портрет вонючий, но я ничего не могу с ним сделать, уж прости. Можно, что ли? Надо отодвинуть картину. Да понятно. Там где-то рычаг. Какой рычаг, а что, найди, блин? Найди его. Ёб твою мать. Где я его должен найти? А, наверное, за столом где-то, да? Блядь, не то вообще. Этот хер опять... О, нет. Мне что, опять идти его отключать телек, что ли? Усам, изхаб вальки назра аля мактаб иссафир. Хадир, сазхаб халан. Ну иди, иди проверяй, что ты сделаешь. Черт, камера включена. На, а как я его включу? Охранник идет, ничего не трогай, он поднимет тревогу. Понял, хорошо. Ничего не понял. Ну, типа, оно само по себе. Ну, типа, а, это, кстати, переключатель там был нужный. Давай тогда сделаем так, сейчас мы быстренько переключатель этот, ну мы типа все. Она фильмактаб. Кулушаин фимакану. Твою мать. Ну ладно. Сейчас все сделаем. Все изи, все изи, все изи. Другой способ. Ищем, все правильно. Я почти нашел, ты только терпи, пожалуйста, еще чуть-чуть. Че это за комната? Это став. А этот хер здесь сидит. А почему он красный? Слушай, а можно я тобой взаимодействую? Ой, это прям совсем нехорошее. Я зря так делаю, да? Нет, Айден. Прости, не ну... Не убивай его, не надо, Айден. Поздно. Господи, ну зачем? И я по-другому не работаю. Зачем ты это сделал? Чтобы он нам не мешал. Прости, но я дурак. Я буду знать, что красное значит смерть. Я... Откуда мне? Никто не объяснил. Я не знал. Не надо. Все, сейчас заработает. Вот эта херня, ее надо нажать. Переключил. Зато теперь нам никто не мешает. А где это я возьму? А умею ли я так делать? Ого. Теперь просмотри документы. Быстрее. Понял. Делаю. Я долго не протяну. Я. Окей. Так, что здесь? Так, теперь замри. Ага. Shift? Тройка? Ой-ой-ой, нехорошо мне. Нам бы уходить, надо побыстрее будет на всякий случай. Что тебе надо? Что ты в туалет-то долбишься, дурачок? إنها مراه دا السيدات انصرف من هنا أيها المنحرف انصرف а так дал его нахер. Сейчас она будет стучаться. Ой, ты своя? Не трогай! Господи Иисусе. Сейчас она увидит, что там написано, и пипец мне. Куда ты пошла с этим? Прости. Я не могу ничем помочь тебе. Я спалился? Удачи. А, ладно, вроде своя. Я вообще не посвященный ни во что. Я такой, знаешь, типа, вообще прихожий сюда. Что я вообще делаю, вообще не понимаю. Ладно, нам надо просто свалить отсюда. Надо бы это лицо поприбрать свое немножко, умыться, чтобы нас меньше не подозревали, я думаю. То у нас кровь на лице, это прям совсем палевно. Я думаю, это обязательно надо сделать. Хотя бы так. Чтобы мы не выглядели очень подозрительно. Все? Нормально. Все, пошли просто. Ну а как нас заподозреют? Ну, заподозревают. Мы типа просто ходили себе, так, все нормально у нас. Лицо немножко мокрое, потому что я помылся, ничего страшного. Это в порядке вещей. Так, и что делать? Надо, наверное, возвращаться к нашему этому. Ой, мне нехорошо, конечно. Немножко. Джоди, ты как? Так. Не трогай! Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Шеф что-то подозревает. Спалился. Наверное. Черт его знает. Посольство. Помимо вас, другие игроки, так, выбрали эти пути. Давайте посмотрим. 98, как и я, прошли непройденный путь.
Не понял. Так, 48% не выполнили задание использования вселения, привлекли внимание, ну, как и я, тоже привлекли внимание охранников в зале управления, 56%, и еще какой-то там неоткрытый путь был. Ну, в общем-то, наверное, все не так сложно, плохо и так далее, надеюсь. Итак, вечеринка, ребята. Окей. Ай, ну что это за лаги? Я уже второй раз с ними встречаюсь, вот я не знаю, как это... Слушай, я боюсь. Слушай, я лагаю. Здравствуйте. Джоди, заходи. Спасибо. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких более или менее. Это подарок? Клёво. Не думаю, что он тебе понравится. Я пошла, дочка, развлекайтесь, только без глупостей, ладно? А, это да, мама была. Чё себе, я думала, это тоже подружка. Ни хрена у неё мама выглядит. Наконец-то свалила. Йоу, чё, поразвлекаемся? Ребята, это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Типа нет. Того? Нет. Тусуем! Могу я тебя задушить, если хочешь. Парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Ой, я сейчас врублю какую-нибудь классическую. Что-то я как-то себя, как, знаете, чувствую здесь, как, не знаю, не как рыба в тарелке, это точно. Сейчас будет тусовка, почему-то я не могу нажать ничего, ну-ка, сейчас мы развернемся. Я сам, я хочу сам. Можно выбрать музыку? Рок, поп, кантри, встать. Ну, естественно, рок, что тут можно? Е-бой! Вот это я считаю музыка. Бой! Меня засу... В смысле? Сейчас херню включу. Проверяю. Такое, чтоб качало. Пиздец. Ну, вы поняли, короче. Это не вечеринка, а тухлая хрень какая-то. Я не участвую в этом, я пошел домой. Господи Иисусе. Травку? Пипец, вы тут, конечно, устроили. Мама даже нос ко мне не сует, бедная наивная женщина. Это пиво? Кирстен, ты умница! Джоди, будешь? Наверное, стоит, но я не особо пью. Ну, давай, чтобы не отличаться от остальных. Да, буду. А чё не, я вообще могу. Ща как этот, опа, налью в себя. Поехали. Опа, заливаем. Я, кстати, не пью. Эй, не загребнись. Фу, оно невкусное. Не пробовала. Ну да, оно невкусное. Ха-ха-ха. Я уже пила. Я вообще-то пьянь тающий. Да уж. Явно эта вечеринка не для меня. Что-то меня этот папаша прислал сюда зачем-то. Я хочу еще одну открыть. Опа! Следующую. Поехали. Туда. Ой, хорошо. Так, нет, все, пожалуй, хватит. Меня уже нормально, я так вижу. Можно сесть. Так, ясно, все, встаем. Нахуй иди отсюда. Сейчас приставать начнет, проверяй. Ну-ка, иди в жопу. Фу, не хочу с тобой. Привет. Здорово. А, я Мэтт. Джоди, да? А я тебя в жопу послал только что. Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Для одаренных. Дружелюбно, сдержанно. Сдержанно, естественно. Я не хожу в школу, у меня своя программа. А, я крутая. Ясно. Потому что тебя бы я точно запомнил. А, ну ты какой? А ты работаешь с мамой Кирстен? И не знаю. Ну давай дружелюбно, хер с тобой. Да. Она тоже в отделе у нас. Она подумала, мне будет полезно пообщаться со сверстниками, ну и позвала. Я вот раньше жил в Лондоне. 2 года назад переехал. А ты... Вроде я такая серая мышка, но при этом вау. Ребят! А пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. Не-не-не, это классно. Да, точно! Будет прикольно! Да бросьте, она врет. Да. Ты правда, Джоди, а то скучно. Ну давай, я тебя задушу. Устрой нам шоу. Ну вам не надо этого знать. Отказаться, согласиться, нет суперсилы. Я не умею еще. Нет у меня никакой суперсилы. Забейте.
Я же говорила, это вранье. Во-во, все правильно. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Я думаю, никому не надо про способность знать. Ну зачем лишним людям об этом знать? Хотя торт подождет, подарки важнее. Ой, сейчас мой подарок откроет, она расскажет. Вот это прикольно. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Стринги! Как я и хотела. Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь. Мой будущий парень говорит спасибо. По-моему, они очень секси. Ничего не понял. Ой, мой подарок. Сейчас скажет говно. А это что за дрянь? Старая книга. Да, это были... Вонючая. Зачем? Это букинистическое издание, стихи Эдгара Аллан По. Да и похер. Эдгар Аллан кто? Ты что, украл ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Ясно. Не поняла, это прикол? И этот смеется, все. Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Да пошли. Думает, она умная. Понятно. А сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. Да. А я весь с вами... вечер за мной бегает, как собачка. Да фак! Как и просит. Чё? О, она еще и шлюха. Что? И звать ты ее не хотела, это все мама. Ёб твою мать. Да, шлюха. Что? Шлюха и ведьма. Кто? А давайте ее проучим. А, пизда вам. Что делают с ведьмами? Сейчас сжигают. Держи её! Вот ты, сука! Вот это вообще нехорошо. Вам пизда, ребята, всем причем, я вам так скажу. Ничего хорошего, это не закончится для вас. Что за Гарри Поттер начинается, я не понимаю. Вот гады. Выпустите меня вот отсюда! Так с самого начала. Пожалуйста, откройте мне! Так, откроем им. Пустите! Где там Тор? Пустите, да, я уйду! Отпустите меня, я не хочу тут сидеть! Что я могу сделать в этой ситуации? Есть какие-то варианты вообще у меня? Я не могу камеру сейчас управлять. И что мне делать? Вот твари, а! Блин, не зря я не хотел, ну чё? А я ведь еще и подыгрывал, они теперь там музыку, значит, свою слушают. Слушай, давай им устроим развлекуху, а? Мне теперь их не жалко будет, если мы выпустим своего... Вытащи меня, Айден! Айден, давай, раздадим люлей. Айден сейчас просто отомстит им, я им говорю. Поехали, блядь. Айден такую херню не прощает. Здорово, уроды! Тихо-тихо, мне нельзя далеко отходить. Ай, мне больно здесь. Айден! Короче, если я отлетаю очень далеко, у меня начинаются лаги. Непонятно почему. Давайте, короче, будем без... Не будем им мстить, просто выпустим. Выходи. Я бы с удовольствием им отомстил, но игра не дает мне возможности. Я только-то отлетаю, у меня сразу начинаются проблемы. Те лаги дурацкие. Отомстить? Уйти! Отомстить! Охереть, ну я должен! О-о-о, спасибо. Поехали. Шо, кого? Поехали. Опа, что произошло? Теперь лагов нету. Эй, это не я! Не я, правда? Да вы что? А вот так? Куда ты сваливаешь? Не бросайте меня! Я тоже ухожу! Куда вы уходите? Дверь не поддается. Не может быть, дерни сильней. Ты говорю, заперто. Спокойно, не надо паниковать. Действительно, чего вы паникуете? Все же нормально. Оба, картины упали. Окно, попробуйте в окно. Айден, видимо, их не пускает. Заперто. Что такое? Кто там? Ну-ка, полетело. На, блядь. Кто там шлюхой меня назвал из вас? Здесь ничего хорошего. Полетели, блядь, картины. Страшно тебе? А меня обижать не страшно было? Сейчас я вам все нахер переверну. О, сейчас этому парню тоже прилетит. На! Не понял. На! О, не, ладно, это уже слишком. Поаккуратнее надо. Что это за хренотень? Вроде крови пока нету. Мне страшно, я не хочу
крови я как бы не очень хочу. Полетел. На, блядь. Что такое? Нормально вам? До конца, наверное, мы не будем их. Задуем свечку. О, нет, нет, нет! Только не поджигай. Затуши ее. Согласен. Остановись! Согласен, хорошо. Уйти. Теперь готово. Главное, что им дом не поджег. Свечка, правда, могла и поджечь все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не зря ли я отомстил, кстати? Кирстен! Боже, что случилось? Она хотела нас убить! Она ведьма! Ведьма! Ведьма, да. После того, что вы сделали, вы заслужили. Мне не жалко вас ничуть. Идем, Джоди. Идем, идем. Нахер ты меня сюда пришел? Я сказал, что я не хочу. Дядя. Я ведь не хотел сам этого. Надо было уйти по-хорошему, на самом деле. Наверное, да, надо побольше раздумывать насчет своих действий. Блин, ну так реально хотелось отомстить, пипец. Давай посмотрим, что по процентам вообще, как люди выбирали. Ну, в принципе, как я, большинство из них. То есть, вы не напились? Ну, я не напился, да, я чуть-чуть-то как бы это, опа, и остановился. Вы поцеловали Мэтта. Ну, как и больше половины примерно, да. Вы напали на подростков. Ну, естественно, блять, как и большинство людей. Вы утаили свою силу. Естественно, вы не тронули дом. Да. Ну, мог сжечь, кстати, но это было бы совсем. Это уж слишком, действительно. Но они свое получили. Можно сказать, что, в принципе, я, наверное, даже хорошо выбрал, да. Вполне.